Я запоминаю, как пишутся иероглифы, как переводятся, но не запоминаю, как читаются. Что делать? Судя по вашему вопросу, у вас не работает система в комплексе, а именно знак, чтение, перевод. Для того, чтобы заработал этот комплекс, необходимо создавать нейронные связи. Делается это очень просто. Пишите иероглиф, проговариваете чтение и значение. Пишите иероглиф, прописываете чтение, прописываете значение. И еще раз. Прописываете иероглиф, проговариваете чтение, проговариваете значение. И так нужно делать много-много раз, чтобы у вас это происходило на автомате. Ах, вот оно что! И тогда вы сможете гораздо лучше запоминать значения.